Дворец не показывает Дворцовая площадь. На данный момент здесь идет полная подготовка к фестивалю «Будь с городом», который начнется сегодня ровно в 17 часов. Перед вами сейчас сцена, оттуда доносятся звуки, идет репетиция, и это только начало, потому что сегодня на эту сцену выйдут настоящие звезды. Приедет Полина Гагарина, будет Ума Турман и многие-многие другие. Поговорим с арт-директором проекта, это Наталья Ярошенко. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, 9-й раз проходит уже фестиваль в этом году. Все верно. Да, и чем он будет отличаться от предыдущих? Ну, самое главное отличие, что в этом году наш проект будет посвящен году семьи, безусловно. Всегда наш проект отличается разными тематиками, разными фондами, о которых мы говорим. Ну и, конечно, артистами. Артисты сегодня как раз вот приглашены те, вот Ума Турман, я уже назвал, Полина Гагарина, а кто еще будет? Мы всегда стараемся поддерживать молодых петербургских артистов, обращать на них внимание, приглашать их. И с нами сегодня будут Настя Мамита и Илья Фишерман. А сегодня, помимо того, что будет работать большая сцена, весь вечер будет идти концерт, попасть зрители смогут сюда бесплатно и посмотреть, полюбоваться. Но более того, здесь еще будут проходить мастер-классы. Что это такое? Все верно. Наши фонды, участники этого года, будут организовывать интерактивную зону, интерактивные площадки, которые будут работать с 5 часов и до самого хедлайнера. И там можно будет и научиться жонглировать, и рисовать огромный, самый длинный плакат в Петербурге, посвященный объединению, единению горожан и многое-многое другое. А для семей? Что вот будет конкретно для семей? В принципе, все активности, они посвящены семьям, но также будет проходить арт-терапия, которая направлена на то, чтобы все члены семьи, как дети, так и родители разных возрастов, лучше понимали друг друга. Так, ну и сколько по опыту предыдущих лет фестиваль «Любимый» действительно собирает большое количество людей? А сколько народу ждет сегодня? Ой, здесь очень страшно давать прогнозы, но мы надеемся, что площадь будет полная, а может быть, мы еще и выйдем куда-нибудь подальше, к Адмиралтейству. Наталья, огромное вам спасибо. Я напомню, уважаемые зрители, что сегодня на Дворцовой площади состоится фестиваль «Будь с городом». Он пройдет именно на этом месте. Напомню, начало в 17 часов. Не пропустите. Андрей, спасибо большое.